Ну что же, здравствуйте, здравствуйте, дамы и господа. С вами товарищ Санёк, и мы продолжаем играть в Русь Total War 2. Так, остановились мы на том, что у меня очень много денег, и вроде как бы тут у нас есть, судя по рельефу карты, точнее по маркировкам границ, тут есть заброшенный городок, который можно забрать к себе в гости. Ладно, закончим ход. Давайте подумаем, что нам нужно сделать. Для начала необходимо еще раз ознакомиться с задачами, которые нам дает игра. Время расширить границы. Ну вот как раз, нас туда и посылают. Рад служить вам, милорд. Так. Исполню любой приказ. Есть, уже в пути. Какой-то городок есть. В принципе, можем попробовать его осадить. Можно даже армию какую-то нанять. Блин, вот нанимать кого-то еще не очень хочется, очень много денег они жрут. Да, и, кстати говоря, судя по тому, что покоцанные стены, здесь пытались булгары их захватить, но что-то не срослось. Так, тут у нас еще очередная армия. Ух ты, нифига себе, тут у нас прямо капец. Так, строительство. Ну, для начала начнем с дорог. Поднимать экономику. Дальше. Угу. Вот этих ребят на переобучение. Вот этих вообще уволить? Или нет? Владимире. Наймем парочку ребят. Дороги в Суздале. Ничего. Ну, в Ростове пока лучников понанимаем. Ну, идете в Муром. Вы из Мурома. Правитель у нас так, я надеюсь, и будет сидеть в Муроме. Князь Муромский. Суровый господин, туда гурман. Так. У нас молодой горячий. Тебя мы передислоцируем в Рязань. Или, в принципе, можно попробовать так пойти. Булгарская деревня, но что-то она не булгарская, нифига. Стучник. Так, тут у нас осада. Вроде как бы на Кавказе у нас есть... Грузия, отлично, здравствуйте. Давайте-ка попробуем... Ладно, давай хотя бы просто сведения о карте и торговый договор. Ваш план выглядит. Эта встреча была очень важной. Ну и дальше мы пойдем к Византии, наверное. Я поговорю с ними, милорд. Завтра я продолжу. Тем временем, дипломатические сведения, половцы, Ростова, Суздальска, это все понятно, неинтересно. Так, вот она ими тут все стандартно. Строительство, но у нас... Империя расцветает, так что все хорошо. Угу, тут мы захватываем. Итоги хода, в принципе, ожидаемо хорошо. Ожидаемо хорошо, и это очень приятно. А, я тут с двух сторон на Византии, к Византии подхожу. Ну, ничего страшного, ничего страшного. В принципе, изначально как-то удачно получилось, то, что на меня напал мой сосед. Помолвка. Так, тут кто-то кому-то войну объявляет. Венгрия, Болгария? Нет, далековато. Свадьба, ага. Доклад о найме, отлично. Доклад о строительстве, отлично. Расширение крупного поселка, ага. Отлично. Да понял я, понял. Ну и финансы мы, правда, теряем, но... Все вполне логично. Потому что... У меня построена экономика на войне, а я пока не воюю. Так, если к Византии мы там подойдем, то нам необходимо куда-нибудь... Я фиг знает. Иди куда-нибудь сюда. Куда-нибудь сюда.
Продолжу путь, милорд. Так. К вашим услугам. Царьград. Вы хотите что-то обсудить? Так. Власть слабая у меня, оказывается. Казна скудная, религия православия. Приоритеты неизвестны. Ух ты, как много ты с кем воюешь. Ладно, давай пока стандартно поторгуемся, а дальше... Нет, мы не можем пойти на такое. Ну... Да давай, пофигу. Мне главное карту сейчас открыть. Благодарю. Ух ты, ёшкин такой вот. Так, ну окей, тогда идем куда-нибудь в Венгрию. Здесь, я так понимаю, кто-то другой живет. Так, теряем дальше деньги, но ничего страшного. В Муром. Переобучение. Строим канал. Из Рязани подкрепленец пойдет у нас какой-нибудь или нет? Рад служить вам, милорд. Есть. Опа. Деревня мятежников. Ну я бы подкрепление дождался, на самом деле, что-то как-то не хочется рисковать. Вообще тут где-то у меня сидел чувачок, надо бы им поставить везде сторожевые вышки, чтобы было понятно вообще, что происходит по карте. Тут везде идет найм, строительство и так далее. Это все хорошо. Рад служить вам, милорд. С нами Бог. Ну, в принципе, я так понимаю, можно заканчивать на этом ход. Я думаю, нам надо двигаться на восток. Ну, в смысле, на запад. Хотя на восток тоже можно, в принципе. Так, итоги хода с деньгами, естественно, сейчас все плохо у меня будет. Но ничего страшного. Дорожки строятся. Да, тут найм просто капец. Но я сейчас все деньги в армию бухаю. Это как бы вполне логично, что все плохо. Почтем за честь, милорд. Есть мой король. Так, ты, опа. Буиды. Буиды. Торговый договор, сведения о карте. Сведения о карте. Угу. То есть тут еще кто-то есть, и вот тут кто-то есть. Ну, пойдем сюда. Никаких вопросов, милорд. Так, подкрепленец из Мурома пойдет, значит, да? Жду приказаний. Вперед! Сколько можно. Ну, в принципе, наверное, можем выдвигаться. Что прикажете? Вперед! Пленных не брать! Лагерь будет. Тут добежит подкрепление. Опа! Враг оказался. Отмена действий. Пора отступать. Вот это тут неожиданно. На сегодня путь окончен, милорд. Так, тут мы побегали. Тут с Болгарией пойдем потолкуем. А, мы уже толковали, да? Да. До встречи. Окей. Идем тогда к Венгрии. Я поговорю с ними, милорд. Завтра я продолжу путь, милорд. Блин, про этого чувака совсем забыл. Среди деревьев. Угу, но это было ожидаемо. Армия у меня не очень сильная тут. Хотя, в принципе... Давайте-ка я дождусь подкрепленца.
победу. Мы взяли земли в честном бою. Даже так? Ну, уничтожить жителей. Задание выполнено. Получили деньги. Отлично. Итоги хода. Неплохо. Строительство все хорошо. Новые ребятки. Так, с Византией, значит, все хотят дружить, но мы не хотим. Тут булгары. Ну и бог с ними. Так, надо как-то перебегать сюда. Вперед, войны. Мы не победим. Да, мой король. Объединяем силы. Отлично. Мы в засаде. Прячемся среди деревьев. Мы первыми заметим врага. Так, здесь оставим какое-нибудь бесполезное количество ребят. И идем. Да, мой король. Куда? Опа. Здравствуйте. Решили, что я вас... Да. Ну, окей, я вас понял. Здесь, кстати, кто-то еще живет. Ну, я не подружился с ним. Ну ладно. Ваше величество. Будет исполнено. А, это армянин? Что? Это армяне, вон оно что. Окей. Так, дочь правитель. Здравствуйте, вы зачем нужна? Ну, пойдем, побегаем. Продолжим путь завтра. В Суздале ничего не можем делать. В Ростове нанимаем армию. В Ярославле вроде как бы тоже что-то не надо делать. У меня, правда, уже очень сильная армия скопилась. Так, тут подкрепленница. Мы непобедимы. Уже в пути. Подтягиваемся. Отлично. Мы в засаде. Марш. Служить вам, милорд. Так, ну вы тогда ждите. Я служу другому, господин. Исполню любой приказ. Вы тогда бегите сюда. Вам туда не пройти. Невозможно. В принципе, можно на булгар напасть. Почему бы и нет? Ладно, тут мы везде закончили. Строительство вроде ведется в основных городах. Насколько я понял. А, в Рязани, смотрите-ка. Так, достойный жених. Запойный пьяница, доблестный воин, непостоянный. Нет. Ну, мне советуют сюда прийти. Ладно. Начинаем осаду. Помучаем пока ребят. Здесь подкрепленница подбегает. Ага, сорян. В Мурме нанимается тем временем армия. Деньги потихоньку тратятся. В принципе, я вкладываю в экономику, поэтому... Да, мой. Вы хотите что-то обсудить? Так. Давай так. И попробуем подкупить чувачка. О, 20 тысяч. Ну ладно. Мы очень... Да, ну да, здесь все равно кто-то есть, однако. Мандийский, хамандидов. Первый раз слышу о таких ребятках. Ну окей. В
Везде потихоньку у меня набирается армия. Будем базироваться, наверное, в Ярославле. Пойдем потом на Новгород. Или Смоленск. Смоленск, Чернигов. Смоленск, Чернигов, поскольку нам надо к Киеву пробираться. Служу королю. Так, а где Киев-то сам, собственно? Уже иду. Невозможно. У меня есть информация. Да, милорд. Мне нужен ордер. Да, милорд. Мы поедем искать жениха? Неужели опять? Поехали в Византию. Мы всегда... Мы поедем искать жениха? Так. Даже интересно стало. Они не устоят передо мной. Просто пощелкать, посмотреть, где кто есть. Они не устоят передо мной. Печенеги. Мы поедем искать жениха. А где, собственно... Мы поедем искать жениха. Они не устоят передо мной, милорд. Крупный батёлок мятежников, очень интересно. Как я по-вашему туда доберусь? Мы поедем. Да тихо, ты что ты орёшь-то? Они не устоят передо мной. Неужели опять переговоры? Давайте попробуем с византийцем. Жениха? Я согласна, папа. Ну так, чисто по угару. Неужели опять переговоры? Они не устоят? Да всё, хватит болтать, женщина. Неужели опять переговоры? А он красивый? Будет исполнено. Да что ж ты тут вперёд, за человек-то такой? Завтра мы продолжим путь. Так, здесь все понятно. Тут ребятки от нас убежали. Бежим помогать. Ты сюда. Уверенный, мой король? Здесь нет дорог. Мы непобедимы. Есть. Выставить часовых. Привал. Ну, что-то мне подсказывает, что с булгарами у меня отношения не сложатся, судя по тому, что я бегаю по их территории. Да. Ну, с деньгами плохо. Все плохо. Прячемся среди... Чем могу служить? Я поговорю с ними, милорд. Так, с тобой закончили. Отлично. Где-то тут у меня был молодой человек. Да, милорд. Я поговорю с ними, милорд. Да. Угу. Мы победим, милорд. Внезапный удар. Трепещите, враги. Отношения улучшились почему-то. Найм, отлично. Угу. Так, тут все строится, все понятно. Итоги хода. Ну, деньги теряем. Пока что. Скоро пойдем войной куда-то. Я предполагаю, куда-нибудь на Новгород. Или лучше сначала на какой-нибудь Смоленск, что-то такое. Вперед! У нас чувачок, про которого совсем забыл. Отлично. Мы в засаде. Мы первыми заметим врага. Есть. Лагерь будет здесь. Мне кажется, такая большая территория. Когда освещаешься, ну, становится хотя бы понятно, что происходит. Так. Тут ты сбегал. Тут ты вроде тоже сбегал. Жена бежит. Ну, в смысле, принцесса. Отлично. Угу. Значит, хочешь сражаться, значит, со мной. Ну, давай. Поехали. Победа будет за нами.
Надо было, конечно, подкрепление бы дождаться по-хорошему. У меня там армия маленькая. А, то есть расстановки не будет, да, никакой? Отличная идея. То есть вообще никакой расстановки. Как есть, собственно, так и сражайся. Окей. Тут надо намного разбивать. Очень много кнопок. Так, мне даже интересно стало. Первый раз так сражаюсь в открытом поле. По сути. Ой, прошу прощения, вы туда бежите. Ой-ой-ой, нифига себе тут. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Тут очень большая группировка у меня войск. Где мое подкрепление вообще? Давайте зажмем их тиски просто. Как вам такое предложение? Обескровлен. Мы истребили половину его армии. Так, чувачки, все, давайте давить. Вражеский полководец, бесчестный трус. Он бросил свою армию и бежал. Просто давим числом. Ну, мы его добили, кстати.
Ну, несерьезно. Все, что я могу сказать по этому поводу. Ну, а вон подкрепление, я так понимаю, подходит, да? Ну, ребят, вовремя. Враг бежит. Это победа. Отличная битва. Просто чудесная. Воинов короля. Просто замечательная битва. Сила и честь. Мы победили. Великая победа. Достойное. Ваше Величество. Так, отлично. Медали. Младшие войска. Стрельцы, младшие дружины. Отлично. Сопротивление бесполезного. Я слишком жесток. Ну, потихоньку расширяемся, потихоньку расширяемся. Бабки не проблема сейчас. Это очень хорошо. Дальше будем расширять границы нашего государства. Но это уже будет... в следующей серии. А на сегодня это все, дамы и господа. С вами был товарищ Санёк, и с вами мы увидимся уже в следующей серии.